Всем привет! Несколько слов о катании на роликах. Первый принцип. Если вы сомневаетесь, боитесь, то лучше и не начинать. Четыре колеса на каждой ноге. Природа, скорость, пустой асфальт, эндорфины. Красота, будний день, Лосиный остров, никого. Если же все-таки вы решили кататься, то, конечно, лучше, чтобы это место было малолюдное, побольше природы, и обязательно озаботиться о защите. Это вот такие перчаточки легкие, на лопатничек и наколенники. Вот такой план. Они необходимы, то есть когда мы катаемся экстремально, конечно, эта защита нам не поможет, но в режиме спокойной езды при несильных падениях она выполняет свои функции. В аэробном режиме скорость примерно получается 15 км/ч. О, горка пошла, поехали. Все едет само. 0 калорий. Скорость уже приличная. Где-то к двадцаточке, наверное. Ну все, буду смотреть вперед, а то не доеду. Пока.